Друзья, я родился в СССР, и ни разу у меня не было сомнения в том, что я гражданин России. После распада Советского Союза не раз бывал в России и далеко за ее пределами, работая в разных странах мира. Но чем дольше я находился за границей, тем сильнее я осознавал, что меня тянет домой. Мой родной дом. Нет ничего ближе. И что бы ни происходило, я пришел в этот мир русским человеком. Им я и останусь до самого конца. Всегда будет хорошо там, где мы родились, и там, где мы есть. Сегодня для меня очень яркий и запоминающийся день. Я еду за своим русским паспортом. Очень ждал этого дня. Приветствую всех, друзья. Иду за своим паспортом РФ.
Наконец-то паспорт получил.